Дорогой коллектив «Берег мечты», дорогие зрители, бавлинцы, сегодня на нашей земле прекрасный праздник. Действительно, берег. Берег мечты. И он сбылся. Мы услышали сегодня, что коллектив развивается, что коллектив достигает, уже достиг больших высот. И мне хочется пожелать новых творческих успехов всем вам. Чтобы вы ни в коем случае не останавливались в своем развитии, а вам, зритель, благодарный зритель, дарил аплодисменты. Ну и, конечно же, праздник нельзя без цветов. Пожалуйста. Еще раз аплодисменты, с юбилеем вас! Большое спасибо, Алексей Петрович, спасибо вам, дорогие зрители.